Нет ничего важнее здоровья человека. А спортивные занятия очень полезны. Еще бы, ведь движение – это жизнь. Нужно добиться того, чтобы дети получали удовольствие от выполнения упражнений. И тогда мы сможем поставить перед собой любые цели и добиться этих любых целей. Самый большой талант – это талант работать, тренироваться. Спорт, он очень много требует от себя. Плюс-минус, видишь таких упертых детей. И реально упертых детей я очень люблю в спорте. Но чтобы стать хорошим спортсменом, нужно тренироваться у профессионала. Многие даже клиенты приходят и хотят быть похожим на тебя. Здесь главное, мне кажется, сохранять какое-то терпение, находить порой очень грамотные слова, чтобы не сломать спортсмена, а наоборот, поддержать его. Я всегда объясняю, почему тебе надо это делать, потому что ты станешь сильнее, ты станешь быстрее, ты станешь техничной, ты станешь больше добиваться результата. Новый выпуск программы «Белорусы». Смотрите в эту пятницу на нашем канале.